Всем привет! С вами художник Степан Каширин. Пришла ко мне статистика моего официального сайта, и зафиксировала она вот какой факт. Кто-то в Яндексе набрал фразу «Степан Каширин – шизофреник». Если бы это было 1-2 раза, я бы не стал бы уделять этому внимания вообще. Но мало ли кому что придет в голову. Но на следующий день статистика показала то же самое. Вот такая статистика пришла в первый день. Такая статистика пришла на второй день. Такая статистика пришла на третий день. Такая статистика пришла на четвертый день. Я сделал несколько скриншотов, зафиксировал набор этого идиотизма, но каждый день фиксировать не стал. А тем временем какой-то загадочный аноним стал набирать эту фразу уже по 40 раз в день. Каждый день. И продолжал это делать ровно 30 дней, ну то есть месяц. И тогда я понял, что кто-то усердно старается мне подгадить. Логично предположить, что цель анонима была следующая. Если набирать в поисковике одну фразу по несколько раз в день на протяжении месяца, то через 30 дней Яндекс при запросе на мое имя и фамилию будет выдавать эту фразу вместе с другими нормальными фразами. Итак, давайте посмотрим, что же эти тролли сделали. Вот мы берем Яндекс, открываем, набираем Степан Каширин. И вот посмотрите, что выходит. Уважаемые тролли, почитайте историю. Ведь все великие люди были шизофрениками. Винсент Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Михаил Александрович Врубель, Жан-Жак Руссо, Константин Николаевич Батюшков, Михаил Афанасьевич Булгаков, Николай Васильевич Гоголь, Осип Эмильевич Мандельштам, Фёдор Михайлович Достоевский, Ги де Мопассан, Франц Кафка, Альберт Эйнштейн, Лев Давидович Ландау. Ну и вашими анонимными стараниями вы причислили к этому списку Степана Владимировича Каширина. Уважаемые мои тролли и хейтеры, вы, конечно, рассчитывали на то, что испортите мне рекламу, очерните мое имя, что я испугаюсь, не буду теперь работать, да и вообще не буду выходить на улицу, а буду трястись со страха за холодильником с ружьем. На самом деле вы мне сделали хороший черный пиар, за который обычно платят немалые деньги. Мне очень приятно осознавать, что в интернете есть такие искренние люди, которые согласны на чистом энтузиазме бесплатно делать мне рекламу. Любой владелец компании или предприятия мне бы позавидовал. Ведь на меня работают сотрудники, которым не надо платить зарплату, но при этом они стараются изо всех сил. Называя меня шизофреником, вы признаете наличие у меня таланта, потому что с точки зрения обычного человека все гении и таланты – шизофреники. Любого человека, идущего к своей цели, можно назвать шизофреником. Спасибо вам за то, что вы меня признали не таким, как все, и сделали мне такую хорошую рекламу. Мне очень нравится статус, который гласит: «Люди – странные существа. Гадости делают друг другу, а прощение просят у Бога. Спасибо тем, кто любит мое искусство, и тем, кто его ненавидит. Спасибо тем, кто делает мне хорошо, и тем, кто делает мне плохо. С вами был художник Степан Каширин».